Максимальная концентрация, цепкие действия в защите, молниеносный подхват ноги соперника, перехват и последующая атака – одна из мощнейших техник муай-тай. Соперник выводится из равновесия. Чемпион России Дмитрий Ахмедов отрабатывал разнообразные варианты быстрых контратак и стремился действовать в тайском стиле. Совмещал резкие серии из ударов коленями, локтями. По словам Дмитрия, соперники привыкли воспринимать его как бойца наступательного плана. На сей раз противников ждут сюрпризы в ответных атаках. Буду стараться все бои завершать досрочно. Буду стараться акцентированно работать руками и ногами. Жесткие атаки молодых бойцов муай-тай. Данил Кулагин обозначил свои амбиции еще осенью. Спортсмен нокаутировал чемпиона области Марлена Алмаканова и вернулся в число самых ярких бойцов нашей команды. Сейчас сосредоточен на отдельных нюансах. Данил – воспитанник старшего тренера Омской федерации муай-тай Олега Кудринского. По мнению знаменитого наставника, наша школа муай-тай известна во всем мире. В этот раз омским спортсменам нужно просто действовать в своем стиле. Им было от кого оттолкнуться, было с кем готовиться. И я надеюсь, что этот опыт передался им, и что на 16-м чемпионате мира по муай-таю, который пройдет в Бангкоке, ну, мы также достойно выступим. Данил Степашкин сосредоточился на отработке качества ударов. Совсем недавно боец выиграл финальный поединок на чемпионате России, но в технике были недочеты, удары скользили. Сейчас атаки спортсмена стали жестче и точнее. Это будут акцентированные сильные удары не на технику, не на очки, а именно на удары, на мощь и силу. Эмиль Мусаев впервые выступит на чемпионате мира. Боец прибавляет с каждым соревнованием, совершенствует свое мастерство. За пару месяцев Эмиль наработал много новых техник и готовится действовать смело и изобретательно. Буду акцент ставить больше на ноги, на колени. Соперник будет сближаться, буду встречать локтями, коленями, тоже ножками в голову. То есть много очень ударов подготовлены. Омские спортсмены отправятся в Таиланд в конце недели, а первые поединки чемпионата мира состоятся 12 марта. Владимир Истомин, Максим Баринов, Антенна 7.